еще? Улюся. Серега? О. Я не хочу, чтобы меня снимало камеры. Колени, груди. Нет, сзади. Да я пойду с Семеном, мужик, я что, моя. А где этот выдерга? Вот у меня. Давай. Я и думаю, что картинки не снимаю, думаю, как бы здание снимали. Ну, уфон какой-то. Сейчас должно уже скоро. На основании изложенного руководствуя статьями 307 и 309 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации суд приговорил признать Жукова Петра Владимировича виновным в совершении преступлений, предусмотренных пунктом А части 4 статьи 158 УК РФ в редакции от 3 июля 2016 года преступления в отношении потерпевших Марьям Коноваленко, Геншлиц, Килищ, 15 С2, сотовый телефон марки Samsung, сим-карты Билайн. Так, 3 ткани зеленого цвета, 2 шапки из меха чернобурой лисы, носки детские с этикетками «Гамма», артикул С-22, хранящиеся в камере хранения вещественных доказательств, хранить для рассмотрения уголовного дела, выделенного в отдельное производство. Замок, изъятый в ходе осмотра места происшествия 19 ноября 2013 года на территории кафе «Золотое производство». Шубу темно-коричневого цвета без капюшона с воротником, варежек, 3 меховые шапки, плиткорез ручной, 3 штуки, вентилятор ВФМВ, болгарку Макита, главное уничтожить после вступления приговора в законную силу, металлический болторез красного цвета с резиновыми ручками, металлические ломбцы, 4 картонные коробки, в каждой из которых автомобильные фары на КамАЗ, товарная накладная 519 на имя П.Н. Типьевой, адрес доставки, проспект от автомобиля КамАЗ, проблесковые маячки 9 штук оранжевого цвета, фонари заднего хода 5 штук, габаритные фонари белого, образец заполнения платежного поручения, товарная накладная 15 апреля 2014 двух экземпляров, 10 пачек предохранителей от автомобиля по 10 штук, прятки в металлическом корпусе, одно кольцо резиновое уплотнительное, включатель массы металлической количестве 4 штук, датчики давления 2 штуки,